Доброе утро, Капа! Здорово, Санек, доброе утро, наши большие маленькие телезрители. Привет, Сань, привет. Знаешь какие-нибудь волшебные слова? Я какие-нибудь заклинания? Кроме того, что... Ну, симсалабим, там, крибли... Крабли-бум. А еще что? Ахалай-махалай. Ахалай-махалай, ляськи-масяськи. Как это? Ну, ляськи-масяськи. Давай наколдуем себе наших друзей. Давай. Илюху и Лина. Да, давай. Ляськи-масяськи. 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 Что, вышло, нет? Не знаю, сейчас посмотрим. Всем привет, доброе утро. Я сегодня вообще решил вас порадовать. Не то, что я без кролика. Я не только, что я с кроликом. Я зоопарк с собой принес. Целый. Целый зоопарк. Вот сейчас покажу. Ну, готов? Давай. Да. Ну-ка, зонти-монти. Нужно немножко зажечь. Вау. Упс. О. Сань, упса. Это маленький зоопарк. Маленький зоопарк. Который помещается вот в такую маленькую, тут внутри дерево. Дерево, ага. В коробочку. Давай достаем и смотрим. Разные животные. Звери, ага. Они вверх ногами. Давай мы выберем одного. Давай. Одного. Угу. Готов? Наугад? Ну, просто скажи стоп. Стоп. Здесь. Возьми. Давай даже ты смотреть не будешь. Клади на стол. Даже я смотреть. Ты мог любого выбрать животного. Угу. Скажи, это, как ты думаешь, там олень, нет? Нет. Откуда ты знаешь? Ну, я думаю, вот я точно знаю. Почему? Потому что кто олень там? Тут остался. А, у тебя олень. Да. Так, ну, на самом деле... Я не знаю. Сказали не смотреть. На самом деле, мне этот зоопарк-то и не нужен. Почему? И вовсе даже это всего лишь иллюзия, Саня. Так. И никакого зоопарка у меня не было. Посмотри на оленя, я как бы его стираю. Смотри. О. Все? А где олень? Все, нет, не олень. На самом деле, если ты посмотришь, что они у меня все. И нету вообще. Они посмотрите пустые. Близко. Зоопарка а нет. Где зоопарк? Но только выбрал, у меня теперь... ты одно животное был. Как да. Думаешь, какое? Гипопотам. Посмотри, кто там. Ну-ка. О, это кролик! Кролик! Незаменимый! И он сегодня... Ну как ты, Саня, из всех животных кролика выбрал? Не знаю. Чудо-чудо. А не из кого было выбирать-то? Чудо-чудное, диво-дивное. Вот, здрасте. Колданем. Давай. Зонти-монти! Внимательно смотрим, что здесь появляется. Опа, разноцветное дрозе. По дороге заходил в магазин. Ага, да. На самом деле, это не просто вкусный трюк будет, но еще и ментальный. Дело в том, что наверняка вы знаете, что эти конфетки разных цветов. Да. Мы сейчас это продемонстрируем. Итак, прямо сейчас волшебный сачочек засыпается. Ну, хоть одну. Саш, выбери руку свою любимую. Не мою. Левую бери. Ну, долго ты выбирал, все-таки твоя. Да, моя. Она на тебе, при тебе. Она прямо сейчас тебя. Ты запускаешь руку внутрь сачка. Рука ныряет. Одну конфетку. Зажми в потном кулачке. Зажал. Одна? Да. Давай так. Смотреть можно уже? Да, конечно. Ага. Смотри, на все мои вопросы отвечаешь «да». Я смотрю. У меня нет выбора, понял. Это фиолетовая конфета. Да. Это желтая конфета. Да. Малиновая конфета. Да. Зеленая конфета. Да. Желтая конфета. Да. Мне кажется... В чем фокус? Я буду прав, если в твоей руке зеленая конфета. Покажи, пожалуйста. Правда, зеленая. Зеленая конфета. Давай проверим. Может быть, повезло. Илья, поучаствуй, пожалуйста, со мной. Условия будут те же самые. Ну, конечно же, можно. Илья? Да вы там в сговоре по-любому. Проверим, просто смогу ли я обмануть фокусника. Ну, правда. Ага. Честно. Что, снова зеленая? Итак, Илья, те же самые условия. Я просто перечисляю цвета, которые есть в этой пачке, и ты мне всегда говоришь «да». Намекнуть попытаюсь ему на цвет. Не надо! Здесь есть этот цвет? Кругом. Илья, смотри, пожалуйста, на меня. Малиновый. Да. Врать надо? Конечно. Да. Фиолетовый. Да. Время «да». Желтый. Да. Зеленый. Да. Красный. Да! Оранжевый. Да. Оранжевый. Да. Покажи. Да. Ну-ка. Класс. Да. Давай. Там еще есть? Опять оранжевый что-то? Нет, все разные на самом деле. Да. Ну-ка, дай посмотрим. Финале. Точно, ну, все разные. Точно все разные. Точно все разные. В финале это вот рука. Поехали на халяву. Я съедаю конфеты. И что происходит, когда у нас много разных цветов вместе перемешиваются? Я пустыми руками. Хорошо.
Хорошо. О-о-о. Еще что-то? А, нет, это конфетка. Все! Вот такие фантастические, забавные, смешные и шокирующие вещи. 26 ноября в 11 КДЦ «Дружба» в 11 утра, а вести это шоу, шоу «Мистер Зонтика», вести будет Антон Рукосуев, «Кролик». Вау! Браво! Спасибо. Ждем всех. Спасибо. И будет интересно. И от 3 до 99 лет людям. Ну, мы уверены. Пока-пока. Пока-пока.